Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре снова SSD Samsung 980 Pro, объем 2 терабайта, который на обзоре уже был, причем был дважды. Но сегодня будем тестировать это все дело на моей новой AM5 платформе на базе процессора Ryzen 9 7950X, Crosshair Extreme материнской платы и оперативной памяти Dominator Platinum, две планки по 32 гигабайта с частотой 5200 мегагерц. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку на него оставлю под этим видео. Смело можете покупать SSD, проверенный временем. Ну а для тех, кто хочет экономить при покупке из-за рубежа, то на помощь приходят посредники из соседних стран. У меня есть проверенный человек, зовут Артур из Казахстана. Ссылочка на него внизу. Обращайтесь и узнавайте все условия. Моя новая M5 платформа собрана. Пусть пока и на столе, но зато уже все. Я просто переставил SSD системный Intel Optane, переставил рабочий Samsung PM9i1. Все завелось, все работает, а значит можно продолжать работу, а значит можно продолжать тестировать SSD. Ну и начать первый тест я решил с перетеста. Это 980 Pro на 2 терабайта. SSD у нас протестирован, все проверено. И самое важное понять. А будет ли какой-то прирост по производительности на новой платформе? Ну и, соответственно, что мы с вами сможем увидеть, например, на тех же самых тестах реальной записи? Будет ли какое-то изменение там? Что касается нововведений на тестах и на обзорах, это у меня появился вот такой вот PCI-переходник на M2 интерфейс, на один M2 SSD, несмотря на то, что он у нас почему-то X8. Ну да ладно, самое главное то, что здесь у нас огроменный радиатор и, соответственно, сможем тестировать PCI 5.0 SSD, как вот здесь у нас и указано. PCI 5.0 M2 карт. И эта штука, я считаю, удобная, потому что мы разбираем радиатор, ставим, собираем и просто вставляем в PCI-Express разъем и продолжаем тест. Все новые SSD, которые будут тестироваться на M5 платформе, будут тестироваться теперь только через вот этот вот комплектный PCI-Express переходник. И нагреться, я сомневаюсь, что SSD с таким радиатором сможет. Но кто знает, посмотрим, что покажет время. Ну а сейчас давайте перейдем к тестам. Ну что, SSD накопитель Samsung 980 Pro установлен на плату Crosshair Extreme с процессором Ryzen 9 7950. Запускаем Crystal Disk Info, он у нас должен быть уже размечен. 28 градусов у нас под громадным просто радиатором и переходником, который шел в комплекте с материнской платой. Запускаем CPU-ID Hardware монитор для отслеживания температуры по нашему SSD. Ждем-с. Сворачиваем все нам ненужное в данный момент. Так, супер. У нас, кстати, почему-то родионовская графика определяется, хотя я сижу на внешке. Ну да ладно. И здесь мы будем все отслеживать. Ну и начнем мы, конечно же, первый тест с теста обкатки. Хоть у нас SSD уже не новый, он уже после тестов, которые вы могли видеть недавно, вышел на канале на платформе Intel 1200 LGA с процессором i7-11700K. Но надо протестировать наш SSD точно так же и на AM5 платформе и посмотреть, какая разница будет с тем, что я делал совсем недавно. Тесты завершены, тесты заняли у нас 44 минуты, но на это время обращать внимание не стоит, оно может меняться. AIDA считает это непонятно по каким правилам, но что мы с вами видим? Типичный график для SSD Samsung. Ну и давайте сравним с тем графиком, который был у нас при подключении на материнской плате Maximus 13 Apex. В принципе, все то же самое. Да, у нас здесь есть какая-то просадка, непонятно. Что же касается нагрева, то всего 47 градусов, начинает остывать. Если мы сейчас замерим на нашем радиаторе, 43 градуса, так же как показано. Но давайте теперь инициализируем наш SSD после теста линейной записи AIDA 64. Заново отформатируем файловую систему NTFS. Выполним команду trim через оптимизацию. И через 15 минут продолжим тесты.
Ну а теперь давайте запустим первый тест. Это, конечно же, Crystal Disk Mark, и по нему мы с вами сможем увидеть разницу. Велика ли разница после переезда со старой, так скажем, платформы на современную? Но в итоге, если мы сравним с тем, что было у нас на тесте на платформе Intel, то разницы-то как бы и нет. Все осталось на том же уровне, да, чуть ниже, но это можно считать за погрешность. Очень интересный результат. В SSD получаем 6575 баллов, маловато будет, если мы сравним с тем, что было, то здесь у нас было 7384, на 800 баллов больше, как-то странно. Но на тесте ATO Disk Benchmark у нас все вроде бы точно так же, как и было, 50 на запись, 70 на чтение. Давайте сравним с тем, что у нас было на Intel. Ну, грубо, ну, тут поменьше, смотрите-ка, мелкоблочка у нас явно здесь выросла. Но при этом в 3D марке наш SSD набирает то же самое значение примерно, как это было у нас на платформе Intel. Если мы с вами это сравним, было 3035 баллов, стало 2995. Что ж, сейчас сворачиваем всю нашу синтетику, показываю вам операции ввода-вывода. Ну и перед тестом на реальную скорость запись выполняем команду trim на нашем накопителе E, делаем паузу 15 минут и продолжаем. Что ж, а сейчас давайте скопируем, как обычно, нашу любимую папочку рендер объемом 100 гигабайт на наш SSD и посмотрим на реальную скорость записи. 3 гигабайта в секунду, 3,7, 3,9, практически 3 гигабайта в секунду мы с вами видим. И да, скорости у нас все-таки реальная скорость записи у нас выросла по сравнению с тем, что было на платформе Intel. И это 3 гигабайта в секунду. Что будет так? Вот у нас была трешечка, все отлично. Первая папка у нас залетает без каких-либо проблем. Давайте закинем вторую и третью папку. На третьей папке у нас, кстати, скорость должна упасть вниз. Посмотрим, что будет здесь. На записи второй папки без изменений. А вот на третьей у нас скорость должна упасть после записи примерно 225 гигабайт. Так, и да. Тут у нас скорость снижается чуть попозже, грубо говоря, погрешность, ничего там страшного нет. Но мы с вами видим 1,5, почти 1,6 гигабайта в секунду. Собственно, то же самое, что было на тесте на платформе Intel. То есть здесь у нас ничего не изменилось. Единственное, на AM5 платформе у нас реальная скорость записи подросла, что, собственно, радует. В остальном ничего не изменилось, все тот же 980 Pro на 2 терабайта. Так что давайте подводить итоги. Кстати, давайте мы с вами сразу же проверим, что у нас по температуре. То есть после первого теста температура у нас под радиатором от Maximus 13 Apex была 63 градуса в максимуме. Здесь мы с вами видим 48 всего. И да, этот огроменный радиатор, огроменный переходник делает свое дело. Тесты сделаны, результаты получены, и самое интересное, что результат у нас остался, грубо говоря, прежний. Ничего особо у нас не изменилось в синтетике, где-то даже чуть поменьше у нас стало почему-то, но в целом, можно взять за погрешность, у нас то же самое, что было на Intel платформе 1200, что сейчас на современной, на топовом железе. Но стоит отметить тот факт, что реальная скорость записи выросла. И выросла она примерно на 300 мегабайт в секунду. Если было 2,7, то сейчас 3 гигабайта в секунду у нас реальная скорость записи на этот SSD. Это похвально, это хорошо. Во всем остальном все осталось на том же самом прежнем уровне. И сейчас мне вот становится интересно. Вот люди пишут, что у них там другое железо, у них там более высокие скорости, там 4К не 80 показывают, а 100. Интересно, с чем же это связано? Придется выяснять. Но на этом у меня все. Я думаю, вам было интересно посмотреть и узнать, на что же способен этот SSD. Осталось сделать обзор на 990 Pro и сравнить лоб в лоб с этим. И узнать, какая разница между ними.
На этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт Pro SSD. И вы всегда можете сказать спасибо автору канала, то есть мне, купив фирменный значок с уникальным номером на Авито. Ссылочка внизу. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот великолепный SSD от Samsung 980 Pro на 2 терабайта, ссылочка, как всегда, внизу. Смело можно брать. Даже, я бы сказал, не глядя.